Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова Лапонин Руслан. Эта серия будет посвящена очередному мотоциклу, мотоциклу Кафе Рейсинг. Будем перетягивать. Перетягивать будем двумя материалами. Значит, черная эко-кожа Дакота и коричневая Алькантара. Алькантара, значит, будет у нас второго сорта, не первого, то есть не за 4500, за 3500. Ну и стандартная Дакота, черная. Так, суть в том, что здесь будет вот такой рисунок с углом в 110 градусов. Вот эти полосы будут с углом в 110 градусов. Коричневая алькантара будет нарублена вот такими уголками. Здесь будет черная, здесь черная юбочка. Смотрим. Изготовил я крой из скотча. Значит, выглядеть он на этом сиденье будет так. Соответственно, вот эта часть у нас пойдет черненькая. Вот здесь будет разрез. И, соответственно, в начале тоже будет разрез. Почему так? Ну, разрезы нужны. Во-первых, экономят материалы, а во-вторых, с ними удобнее работать просто. Так. Значит, здесь тоже будет шов, здесь тоже черненькая, здесь будет коричневая алькантара. Значит, бок он выглядит примерно вот так. Повторюсь, что бок надо класть по перепаду высот, поэтому здесь он более широкий. А так как здесь изготовили, соответственно, вот эту форму сделали более закругленной и, в общем-то, мне не дали возможность сделать выше шов, соответственно, он здесь занижается вот, до уровня там примерно 2,5 сантиметра. Вот. Ну и, соответственно, опять дальше поднимается. Все, теперь мы все это разбираем. А, мордочку сейчас покажу. Мордочка вот так примерно выглядит. Теперь разрезаем и кроим.
закончил я делать сиденье. Вот такой результат. Не знаю, как будет выглядеть Алькантара, но вживую она выглядит очень красиво. И не знаю, как будет в эксплуатации. Но заказчик всегда, так сказать, остается правым. То есть, если хочет Алькантару, я предупреждаю, но не отговариваю, но предупреждаю. Так что, ребята, Алькантара, она не совсем предназначена для улицы, она все-таки предназначена для либо внутренних помещений, либо для сидений машин. Что с ней произойдет под дождем, я понятия не имею, ребят. Ну, выпуклость, видите, хорошая. Следы от рук, как видите, да, вот проводишь по ней рукой. В одном направлении она так смотрится, в другом направлении так. Это свойство Алькантары, свойство искусственной замши. Вот, ну все, ребят, большое спасибо, подписывайтесь на канал. Буду снимать еще, снимаю то, что приходит, то, что приносят, а не то, что строю там или что-нибудь фантазирую из головы. Вот. Очередность видео моя именно прослеживается в последовательности моих заказов. Вот. Ну и, соответственно, я не выкладываю одинаковые видео, потому что у меня в основном работа, к сожалению, одинаковая. Это Kia и Hyundai. Вот, так что, ребят, в работе не нуждаюсь, по машинам, пожалуйста, не звоните, не пишите, я специально не размещаю никаких своих ссылок в видео, потому что работы своей очень достаточно. Но мотоциклы пишите на почту, мотоциклы я рассматриваю как варианты, и что вам еще рассказать, показать, пишите тоже на почту, все расскажу, покажу. Большое спасибо, до свидания.